Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и это, ребят, экспериментальная рубрика, поэтому просьба, большая просьба к вам. Мне нужна ваша поддержка, напишите комментарии, как вам такой выпуск, продолжают ли мне такие рубрики, делать ли обзоры такие, пожалуйста, вот серьезно, напишите в комментарии, это мне очень важно получить от вас отзывы насчет всего этого. Ребят, собственно, сегодня речь пойдет о том, что вы мне писали на протяжении месяца. Жаба, где дел свои старые большие наушники, огромные на пол лица? Помните вот эти вот огромные наушники, которые у меня висели? Ребят, я их выкинул, потому что на замену пришли вот эти вот уши, которые мне помогают, мне тащить, да, тащить каточки. Вы видите, что я мизинчиком их держу, потому что они весят... Вообще копейки. Если сравнить с моими старыми наушниками, то это вообще просто перышко. В чем прикол? HyperX Cloud Stinger. Собственно, вот эти вот наушники называются. На заднем фоне вы как раз таки их промо-ролик видите, все дела. В чем прикол? Это наушники адаптированы специально для игрового комьюнити. При помощи них вы сможете тащить так катки, просто жесть. Я вам просто расскажу ситуацию, как у меня была она. Давайте переключимся на Free Fire, на же канал про Free Fire. Я сидел в двушке на втором этаже, и я слышал абсолютно, где находились противники полностью. И в чем прикол? Этот ублюдок с помощью как раз таки пусковой установки запрыгнул мне на крышу. И я его услышал. 7.1 звук. 7.1. Понимаете, что это такое? Не понимаете? Сейчас я вам расскажу. Вы будете слушать, кто здесь находится, кто там находится, кто тут находится, кто тут находится. То есть полностью все звуки, шаги вы слышите. И самый прикол в том, что это не на ПК, а на телефоне. Потому что что здесь? Есть мини-джек. Но вы думаете, все так просто? Ребят, все не так просто. А знаете, в чем прикол? Вот. У них специальный адаптер для подключения к ПК. То есть я могу все это слушать, делать через телефон, через планшет, который я играю, и через ПК. Просто пам, отключили, подключили. В чем прикол? Ну, HyperX все сделал для того, чтобы геймеры могли играть с этими наушниками не только на ПК, а можно и могли бы играть из телефона, из приставки, из планшета, с любого устройства. Офигенная тема, на самом деле, очень полезная. Мне реально зашло, вот это, мне кажется, самое главное в этих наушниках. В чем еще отличие, в чем прикол? Сейчас я вам еще покажу. Вот видите вот этот вот микрофон. Давайте вот здесь вот будет, наверное, вот здесь вот вырезка. Угу. Где я буду говорить при помощи этого микрофона. Как я обещал, собственно, вот звук с наушников этих, собственно, с микрофона. Вот, в принципе, неплохо на самом деле работает. Шумоподавление встроенное тоже неплохо работает. Ну, в общем, оценивайте сами. В принципе, все, что я хотел сказать по поводу микрофона. А мы переходим дальше уже к ролику обсуждать, что там дальше по наушникам. Погнали, ребят. Итак, ну вы сами все послушали, собственно, в чем прикол? Тут также встроен в этот микрофон функция шумоподавления, когда вот у меня есть профессиональный микрофон, да, но я когда играю с планшета, я то разговариваю через обычный микрофон, а тут с этим микрофоном вы можете разговаривать, и в чем прикол? То есть здесь сразу встроено шумоподавление, и вас не будет слышно как из жопы. Поэтому это вот отдельный респект за вот это, потому что обычно, знаете, наушники, которые выпускают, и у них такой слабоватый микрофон, здесь же с этим все хорошо. Ну и последнее, для меня самое главное, это обтекаемость чего? Ну ладно, в чем прикол? То, что здесь, когда вы одеваете их, они полностью покрывают ваши уши, и ничего, вот знаете, вот у меня всегда проблемы, они там приминают мое ухо, а здесь у меня мои уши, вот эти мои огромные уши, помещаются полностью сюда, и просто вот такое наслаждение, серьезно, такое наслаждение, ничего не давит, ничего вообще не происходит. Прикольно, прикольно. Вот, насчет самого качества наушников вообще ничего не могу сказать, все годно, все сделано отлично, ничего не торчит, никаких ниток. Вот, сами вот эти вот стальные штуки, все нормально, ничего не хрустит, то есть каких-то либо проблем нет. Вот, напоминаю вам, что это не профессиональный обзор, это чисто мое мнение, и надеюсь, вам понравилось. Поэтому, ребят, напишите в комментарии, смог ли я вам показать что-то новое. Вот, в общем, по ссылке в описании можете взять эти наушники. Реально топ за свои деньги. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, увидимся, ребят.